Всем привет любителям рыбалки. Что я хочу? Хочу поделиться своей радостью тем, что я вообще приобрел. Вернее, обновил свои там старые фидера телескопические. Тоже на фидерные удочки. Но только сборные. Я их так в руках подержал в магазине и все. А вживую, ну, а вот так, чтобы конкретно рассмотреть. В общем, заказал их в магазине «Флагман». Потому что по месту, по городу они оказались на 150 гривен дороже. Каждая. Может даже чуть побольше, а там как раз была скидка. Я пошел в магазин, подержал в руках. Это фидерное удилище. Я их заказал целых 3 штуки. Потому что у меня было 3 сигнализатора. Тоже я заказал 3 штуки, потому что есть куда ходить. Есть у нас здесь и сазан, и карп, у нас много озер, водоемов. Поэтому буду я эти вещи практиковать. Так, вот в таком тубусе пришло. Конечно, крутой такой, аккуратненький. Теперь надо рану смотреть с какой стороны его открывать, наверное, вот с этой. Ага. То есть, короче, плотно все запаковано. Ты его хоть бей, хоть не прыгай, ты этот тумус просто, ну, не повредится. Молодцы. Ладно. Хотел, может, фидера там, у меня телескопические 2.10, но карповики они большие. То есть самое меньшее, что я нашел, это вот этот флагманский трехметровый, он как, ну, как спиннинг, из частей состоит там, не помню, или из 2, или из 3, в общем, надо сейчас глядеть. Нормальная железная у него, ай! Железная коробочка, вернее, крышечка железная, ладно. Места здесь мало, поэтому сейчас так покажу. Ты погляди какой. А, на скотчке клеится просто. Вот такая железная крышечка закрывает этот тубус. И теперь тубус, наверное, конечно, длиннее, чем сами удочки. Ну теперь достаем. Так, это что такое? Мне нужно. Говорю, он длиннее получается тубус, чем сами удилища. Так, значит, вот как они мне обещали, 3 удилища. Сейчас я достану одно. Они одинаковые, поэтому все доставать не буду. Вот они лежат, они. Ага, все как я видел в магазине. Так, значит, ручка хорошая, это не пробка. Забыл, как материал называется. В общем, это флагман. Давайте я вот эту часть положу. Получается флагман Magnum Black Feeder трехметровый. Кастинг 100 грамм. То есть нормально, я его. Да, из 3 частей он состоит. А ну-ка сейчас. А не, из 2. 2 А, правильно, из 3, забрехался. Вот так вот.
Главное, для катушки у него железные вот эти крепления, что мне нравится. И весит он, ну я не помню, он топ, он не тяжелый абсолютно. Трехметровый. Теперь у меня будут для закидона свои фидерные карповички. У меня даже под них есть уже чехол. Я думаю, что я его взял, протупил и взял, короче, чехол подспиненный. Он у меня на сантиметров 40 выше. А вот у меня для чего это, я понял, что я хотел. Короче, Magnum Black Feeder. От 3 метров они идут. И получается наконечник вот такой вот зеленый и красный. Это запасной наконечник. Они одинаковые. Это запасной наконечник у него. Тест, короче, здесь кастинга 100 грамм. То есть вполне достаточно для метода закидывать. У меня метод по 50, по 60 грамм, поэтому самое, что нужно. Главное, запасные у него части есть. Вот такие вот. Гнется хорошо. Ну, в общем, протестируем его. Поедем завтра. Я так думаю, у меня тесть сазана поймал. Там на небольшие таких затончиках. Сегодня колесил, короче, целый день. И подъезд я к нему не нашел. Вообще, это только через дачу прям надо сами проходить. Ну, завтра не получится именно в это место. Хотел на сазанчика, он там железно присутствует. И сто пудов бы дернули. Поеду на Голубое озеро. Ну вот, буду пробовать. Вот такие вот. Вот, все один в один. Трехметровый Magnum Black Feeder. В общем, хорошие у них скидки. И на катушки, и на все. Мне еще придут катушки. Я еще по катушкам. Я специально еще катушки под них заказал. Вот так вот. Пока у меня есть старенькие, но под них я заказал еще катушки. Я обязательно их покажу, какие. Там новинка у них вышла. И тоже со скидкой. Тоже где-то почти на 200 гривен дешевле, чем здесь по месту в магазине. Ну, в общем, то, что хотел, получил. Я доволен. Вот так вот. Смотрите, выбирайте. Подбирайте под себя удилище. И я считаю, надо подбирать на такие удилища именно на водоемах, которые присутствуют возле вас. Все. На этом и все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.